Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Анжела Рябова, Восточный Союз. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поподробнее, пожалуйста, о Союзе. Восточный Союз – это объединение региональных ритейлеров Сибири и Дальнего Востока. Это сеть «Слата», сеть «Краснояр и Батон» и сеть «Самбери». Мы работаем на территории Дальнего Востока и Сибири. А, как вы знаете, там проживает 17% населения. Давайте сразу, наверное, расскажем о том, какие вызовы мы сейчас получаем, потому что Дальний Восток, мы понимаем, что логистика сейчас, это у нас такая камень преткновения, и насколько вот ситуация какая-то, вот, которая сейчас в мире, сказалась на, вот, например, логистике, да, ритейлеров восточных. Вы знаете, самый важный вызов, который сейчас мы решаем, это разрыв цепочек поставок, потому что сейчас идет тотальная замена производителей. Например, какие-то производители уходят с рынка, какие-то приходят на рынок, но сейчас это время возможностей сделать более доступную услугу, более доступный товар на полках наших магазинов. И, конечно, логистика – это тоже пересмотр цепочек поставок для того, чтобы в кратчайшие сроки за нормальные деньги доставить товары с точки А в точку Б. Вот, например, сейчас мы перестали возить фрукты и овощи морем, там, да, сейчас мы это делаем по земле. И таким образом, каждый день у нас такая рутина. Каждый день мы работаем над этим вопросом. Получается, есть какие-то точки, которые намечаются проблемные, и после этого они превращаются просто в задачи, которые вы решаете? Конечно, потому что сейчас долгосрочные стратегии не работают, мы живем в стратегии flexible agile, то есть каждый день мы делаем свое дело. И стараемся делать хорошо для того, чтобы люди могли покушать. Конечно, по доступным ценам. Это важно. Расскажите немножечко еще о каких-то точках, которые кроме логистики вот нам срочно нужно закрывать. Может быть, есть какие-то проблемы еще пока не закрытые, даже без намеченной какой-то вот того вектора, куда нужно идти. Может быть, какие-то прям сильные боли. Мы считаем, что сейчас остается проблема в рознице нехватки персонала. Как мы ее для себя решаем, например, в сети «Краснояр» и «Батон»? Мы работаем с программой «Электронные ценники». То есть у нас сейчас несколько магазинов оснащаются электронными ценниками. И в данном случае мы экономим затраты на труд, потому что это неэффективная операция в рознице, поменять цену. И таким образом мы делаем очень хорошую конверсию, потому что одна из болей для покупателей – это несовпадение цены на кассе и на полке. Вот этим мы тоже занимаемся. Также мы, безусловно, занимаемся технологиями для того, чтобы повысить эффективность работы в зале для операции. Например, мы решаем сейчас задачу таск-менеджмента, чтобы наши продавцы делали какую-то задачу и переключалось между ними гораздо быстрее, а не просто были какие-то простые. Так общаешься и понимаешь, что в принципе все вопросы уже практически решены и никаких проблем, никакая текущая ситуация нам не несет. Пожелаю вам удачи и хочу, наверное, от вас еще пару слов всем участникам рынка и дальневосточным в том числе. Я считаю, что региональный ритейлер – это сила. И сила заключается в том, что мы ближе к покупателю, мы работаем с локальными поставщиками, и мы всегда на острие инноваций. Потому что, как говорят умные люди, большая рыба кушает маленькую, а быстро – медленную. Лучше не скажешь. Спасибо большое и удачи вам. Спасибо.